На что женщина готова ради любви, на что женщина готова ради своего мужчины, чем она готова пожертвовать. Дело в том, что в нашем обществе поддерживается такая стратегия жертвенности женщины ради ребенка в материнстве, ради мужчины в отношениях, ради какого-то всеобщего блага в обществе. И такая стратегия, она, это, к счастью, широко обсуждается, часто приводит к саморазрушению и к различным проблемам и вообще телесным болезням. В этом видео я расскажу о том, чего, как я думаю, не стоит женщине делать ради своего мужчины в отношениях, и я буду называть те вещи, которые, к сожалению, достаточно часто встречаются. То есть это то, что женщины все-таки делают ради отношений. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт, эксперт по отношениям, и сегодня я буду говорить о том, чем женщине не стоит жертвовать ради мужчины. Если вам эта тема интересна, поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал, чтобы не потерять это видео. Поехали! Первая вещь, о которой стоит сказать, это такое поведение женщины, также социально обусловливаемое и отражающее социальные ожидания, какие-то ролевые установки. Это такое поведение инфантильной, такой инженю, немножко глупышки. С чем это связано? Дело в том, что есть определенные, такое очень сверхобобщающее убеждение, что мужчины, они сильные и умные, а женщины, они слабые, глупые, но прекрасные. Это прекрасный пол на противовес сильным и умным и целеустремленным достигающим мужчинам. В современном обществе, конечно, такое сверхобобщающее разделение, оно не выдерживает никакой критики. Очень многие женщины добиваются тех целей, которые они ставят. Они свободны в постановке этих целей, свободны в своих желаниях. Женщины уж точно не глупее, чем мужчины. Вспомните свой класс. Всегда отличниц девочек больше, чем отличников мальчиков. И эта тенденция, она дальше сохраняется, в отличие от того, как это было раньше. И тут как происходит? Что когда женщина думает, что она может что-то сделать ради мужчины, она хочет как-то показать свою женственность и готовность к этому созиданию общего микромира, то здесь возникает какая мысль, что я достаточно умная, достаточно волевая, достаточно целеустремленная, но для того, чтобы быть, показать свою женственность, я должна немножко это как будто бы укоротить и скрыть. Я должна быть такой глупышкой, немножко инфантильной, какой-то такой облегченной, неглубокой. И что здесь нужно понимать? Нужно отразличать легкость в поведении, такую склонность к умению, вернее, пользоваться своей спонтанностью как ресурсом, творчески подходить к каким-то вновь возникающим проблемам, с облегченностью. Облегченность — это действительно такая какая-то инфантильность, глупость, что ли. Подходит слово «глупышка». То есть это не глупость, это такая напускная глупость. И такое поведение, которое женщинам диктуется, скорее всего, этими уже не совсем состоятельными установками из недавнего прошлого. К сожалению, это может приводить к тому, что поведение, которое повторяется достаточно часто, то есть когда в общении с мужчиной я веду себя как такая глупая, инфантильная, неглубокая, она как будто бы фиксируется, и структура поведения. И такое поведение становится приемлемым, обычным, и женщина, в принципе, становится такой, какой она хотела показаться. Мне лично вообще не нравится любые резкие, значительные изменения, которые происходят под влиянием внешних факторов в большей степени, чем под влиянием каких-то внутренних процессов, и когда люди меняются, против своей природы. И потом, в конце концов, мужчина ведь выбирал эту женщину изначально за то, что она такая, какая она была. И когда она старается быть более инфантильной, возможно, в некоторых моментах более удобной, более такой конформной, соглашающейся, не конкурирующей, то она начинает играть роль и становится не той женщиной, которую выбирал мужчина для этих отношений. Следующая вещь, о которой стоит сказать. Женщине не стоит брать на себя какие-то вещи в отношениях, которые лучше бы взять на себя мужчине. То есть женщины часто в своем желании давать в любви начинают мужчин жалеть, как-то их иногда даже хронически спасать. И таким образом они как будто бы дают что-то, что для них очень важно давать, эту заботу, и им кажется, что так было бы лучше. Но надо понимать, что мужчины в течение жизни постоянно сталкиваются с ситуациями, когда
нужно переступать через себя, необходимо как-то расти, необходимо как-то преодолевать свой внутренний бунт и вот эти вот такие ситуация перманентного кризиса в мужской жизни, она, с одной стороны, требует такой осторожной поддержки извне, в том числе, конечно, от женщины, как от близкого человека, от того человека, который ближе всего у зрелого мужчины. С другой стороны, чрезмерная жалость, чрезмерное спасательство, оно в этой вот борьбе мотивации во время кризиса, то есть мне идти против в зону роста и зоны комфорта или оставаться в зоне комфорта, она будет поддерживать вот это вот неразвитие мужчины. То есть излишняя жалость, излишнее вот такое какое-то спасательство развивает в мужчине беспомощность. Например, если мужчина работает, занимается чем-то, его работа не удовлетворяет, потому что он, предположим, зарабатывает хорошо, но слишком переутомляется, мало времени у него остается на общение с женщиной, в частности. Либо работа не очень тяжелая, но не доходная. И вот он находится в метаниях. С одной стороны, здесь удобно, с другой стороны, нужно искать работу другую. Но это тревожно, это, в принципе, это тяжело. И вот в такой ситуации, если женщина не замечает в себе вот это вот спасательство, вот это вот, понимаете, это такая природная женская, природная в принципе человеческая, у женщины больше развита вот потребность близкому человеку, разделить его какие-то тяжести его жизни, немножко вот как-то облегчить, сделать так, чтобы, когда я не могу себе в чем-то себя спасти, я спасаю своего близкого человека. И вот это вот стремление, оно очень часто тормозит. То есть нужно понимать, что в отношениях с мужчиной не стоит его излишне жалеть, как-то гиперопекать, особенно если вы понимаете, что на самом деле это не то, чего вы хотели. То есть не нужно идти, опять же, против своей природы в этом смысле. Не стоит резко менять насильственно свой круг интересов, не стоит отказываться от своих хобби, не стоит отказываться от своих увлечений, как проявление своей индивидуальности. Как это работает? Дело в том, что когда люди находятся в отношениях в самом начале, им очень важно быть как можно ближе друг к другу. И вот этот этап первых шагов, где очень много тревоги, когда эта тревога проходит, то есть в самом начале люди, когда сближаются, есть желание приблизиться и есть опасение отказа, опасение отвержения, опасение какой-то скрытой опасности. И вот когда вот проходят эти первые шаги, дальше идет такое стремительное движение друг к другу, стремительное движение навстречу. И в такой ситуации очень природно отказаться от своих каких-то индивидуальных вещей ради вот этого общего нового «мы». И очень часто люди, и женщины в том числе, совершают такую ошибку, что они отказываются от тех вещей, от той своей деятельности, от тех своих увлечений, которые являются внешним социальным проявлением их личности, их индивидуальности. То есть если женщина, из таких распространенных вещей, женщина занималась спортом, ходила 3 раза в неделю на тренировку, или она ходила на тренировку, на танцы, или там на тренировку, танцы, и я не знаю, чем-то еще вот таким занималась своим, это было для нее очень важно. И вот она находит мужчину, у них отношения яркие, страсти, и мужчина в какой-то момент ей говорит о том, что я вообще не понимаю вот эти вот твои увлечения ходить столько раз в спортзал, зачем это нужно, там, я, предположим, тебя люблю и такой. Дело в том, что очень легко любить человека таким, какой он есть, когда он 3 раза в неделю ходит в спортзал, я имею в виду его внешние аспекты, как бы то ни было. И происходит такое вот размышление, что я так сильно хочу быть рядом с этим человеком, я хочу быть постоянно рядом с ним, что я отказываюсь от своих увлечений. Нужно понимать, что наши увлечения — это не какая-то блажь, и это не просто какие-то вот игры. Наши родители нам очень часто в детстве говорят, что то, что мы должны делать, то, что является нашими обязательствами, то, что является необходимым, в том числе и прежде всего для родителей, это вещи необходимые. А вещи, которые мы делаем сами для себя, они не необходимы. Потому что когда, ребенок возится в песке, в этом нет никакого разумного смысла. Это очень важно, психологи знают, детские, насколько это важно для развития ребенка, насколько это важно для ощущения его, временной автономности, но вот самостоятельности. Вот. С возрастом вот это вот копание в песке заменяется какими-то другими вещами. Это могут быть вещи, которые они деструктивные, это могут быть вещи, которые просто непродуктивные. Например,
просмотр каких-то передач, которые тебе вообще не приносят никакого ни пользы, ни удовольствия, ничего. Есть ощущение опустошенности. Это могут быть вещи прогрессивные. Но разобраться в этом может только тот человек, который занимается этой деятельностью. Поэтому, если мужчине кажется, что женщина, предположим, занимается спортом ради того, чтобы выглядеть красивее, чем она выглядела раньше, то это такое достаточно поверхностное суждение мужчины, как друг второго человека. Для женщины это может быть наполнено гораздо более разнообразными и глубокими смыслами. То же самое касается ситуации, когда женщина начинает увлекаться хобби своего мужчины, этим увлечением, для того, чтобы в совместном вот этом времяпрепровождении находиться вместе. Ну, такой, пускай это будет опереточный пример. Мужчине нравится футбол, женщина к нему относится очень холодно. Ну вот, поскольку мужчина постоянно смотрит, там, предположим, каждый вечер во время состязания он смотрит этот футбол, она к нему присоединяется, начинает интересоваться там, правилами, системой вот, ценностей в этом увлечении. И в этот момент они близки. Но здесь закладывается такая мина замедленного действия. Во-первых, они не общаются в жизни, у них нет способа ощутить эту близость друг с другом вне вот этого увлечения, вне хобби мужчины. Во-вторых, женщина все-таки определенным образом переступает через себя, поскольку она все-таки как-то не в течение жизни эволюционно пришла к этому увлечению, а вот резко присоединилась к увлечению другого человека. То есть мы можем некоторое время жить жизнью другого человека, но это невозможно на постоянной основе. Поэтому очень важно не жертвовать своими увлечениями как проявлением своей личной свободы и своего личного пространства ради отношений с другим человеком. Потому что счастливыми отношениями являются те отношения, где каждый из партнеров счастлив сам по себе, и плюс они счастливы вместе. Как правило, в начале по степени важности говорится все-таки о индивидуальном счастье каждого из людей в этих отношениях, а затем уже о совместном счастье. Четвертая вещь, которую не стоит делать в отношениях с мужчиной, это, продолжая предыдущий пункт, это если женщина отказывается от своих друзей и подруг ради общения с мужчиной. То есть я уже говорил о том, что когда люди вступают в отношения, есть вот эта фаза влюбленности, там много страсти, много эмоций, здесь да, как-то хочется в это окунуться с головой, ты забываешь про все остальное, про весь окружающий мир, но нужно понимать, что вот эти отношения, которые у вас сложились и тянутся, бывает, очень долго, ваши друзья, ваши знакомые, какие-то вообще вот любые отношения, кроме вот этих отношений с этим мужчиной, они важны, они являются отражением вашей жизни, они являются вашим опытом, причем продолжающимся опытом. И потом очень важно понимать, что если вы отказываетесь от всех тех людей, с которыми вы общались, пускай вы с ними общались достаточно редко, пускай вы с ними общались, скажем, крайне редко. Но если вы отказываетесь от этого общения, то в какой-то момент вы понимаете, что я сейчас уже и позвонить-то не могу. Если я год не общаюсь со своей подругой, с которой раньше мы общались раз в 3 месяца, то сейчас как-то уже, наверное, поздно. Вдруг я ей позвоню, а что она скажет, а ты уже не знаешь, как она живет, ты не знаешь, как она. Ты не знаешь, что происходит в ее жизни, и ты только домысливаешь что-то, и получается, что ты реальных людей у себя в голове замещаешь образами, такими аватарами, с которыми тебе тяжело общаться, потому что тебе кажется, что вот я как будто бы предал нашу дружбу, возникает чувство вины и так далее. Кроме того, здесь нужно понимать, что когда ты достаточно много времени проводишь со своим близким человеком, он становится для тебя важным, и в том числе эмоционально важным. Твои эмоции становятся отражением его эмоций, и это очень важно, это одна из очень важных вещей, которые происходят в отношениях, способность испытывать, сочувствовать совместно какие-то эмоции. Это, валидизирует эти эмоции. Эмоция, которая испытана вдвоем, вместе, в сопричастности к другому человеку, она кажется более значимой, более животной. То есть мы как будто бы сейчас часть племени, и моя эмоция, она не может быть неадекватной, потому что такую же эмоцию испытывает другой человек. То есть это очень важно, чувствовать что-то рядом с другим человеком. И если количество таких людей вокруг тебя уменьшается из-за того, что ты отказываешься от этой вот дружбы по разным причинам, то твой мужчина становится монополистом на твое эмоциональное состояние. Это такой короткий путь, который ведет к эмоциональной лабильности, то есть перепадам настроения, к заниженной, а если правильно говорить, неустойчивой самооценке, потому что
Когда все хорошо, то все прекрасно, я прекрасна, когда все плохо, то, соответственно, наоборот. В такой ситуации получается, что у тебя нет возможности опереться на других людей. То есть у твоей жизни есть только один свидетель, и нету, ну, как бы независимых других вот третьих сторон, которые могут о тебе что-то тебе сказать, или которые могут как-то разделить твои эмоции, пускай даже в гораздо меньшем каком-то объеме. И пятая вещь, которую я хочу сегодня сказать, это когда женщина общается только с мужчиной. Это может поддерживаться мужчиной, иногда это инициируется собственно мужчиной, иногда это инициируется самой женщиной. Но идея в том, что в какой-то момент женщина приходит к какому-то осознанному или неосознанному убеждению, что ей нужно общаться только со своим мужчиной. Это может привести к их, к, ну, вот к чему-то, чего она вроде бы хочет. То есть, что здесь происходит? Если общение с окружающим миром сводится к общению только с одним человеком, то это приводит к усилению всего того, что я говорил в предыдущем пункте. То есть человек становится монополистом не только твоих эмоций, он становится монополистом твоих убеждений, потому что тебе больше не с кем это обсудить. Он становится монополистом твоих каких-то ценностей и принципов. То есть это единственный человек, который их разделяет и в определенном смысле начинает их устанавливать. Если мужчина активно поддерживает идею того, что тебе нужно общаться только с ним, то понятно, что здесь речь идет о каком-то контроле, доминировании, и вообще это какой-то тиран, ну, в принципе, это проявление тирании в отношениях. Еще одна опасность, которая здесь есть, это в тех ситуациях, если вот это убеждение идет не от мужчины, то есть это не мужчина настаивает, что общайся только со мной, другие люди тебе не нужны, а, собственно, это убеждение, которое как-то зародилось внутри женщины. Знаете, вот бывает так, что вот мой мужчина, мой там, муж, это моя семья, у нас есть наш круг безопасности, круг ответственности, круг, там, я не знаю, доверия, а все остальные люди, они как будто бы вот враги, они чужие, и с ними нечего общаться, они либо обманут, либо как-то вот навредят. То здесь есть определенные проявления как избегающих, так и параноидных каких-то вот расстройств, и здесь нужно задуматься над тем, почему такое происходит в мире, в внутреннем мире женщины. То есть понятно, что не факт, что это прям вот расстройство личности или какие-то другие психиатрические расстройства, но вот такое вот убеждение, что мне нужно общаться только с одним человеком, оно само по себе ограничивающее, такое директивное, и вот жить с такой конструкцией в принципе достаточно сложно. В том числе и мужчине позже будет сложно в этих отношениях, и эти отношения, они заражены этой директивностью и несвободой. Если подытожить, то стоит сказать, что в отношениях с мужчиной женщине не стоит жертвовать ничем тем, чем она жертвовать не хочет. Есть определенные социальные обусловленные убеждения, что вот нужно жертвовать тем, нужно жертвовать иным. На самом деле очень важно понимать, чего ты на самом деле хочешь. Жертвенность предполагает полную осознанность того, что ты делаешь. То есть бывают ситуации, разные индивидуальные ситуации, когда женщина может пожертвовать чем-то своим ради мужчины, если, предположим, она верит в него, верит в его талант, верит, не знаю, в его какое-то, ну, возможное предназначение. Это может быть что-то такое на грани какого-то мистицизма или на грани какой-то одержимости. Это может быть чем-то, ну, возможно, даже болезненным, но если люди вдвоем живут в этом и движутся рядом, то есть они понимают, что здесь происходит, нет никакого внутреннего конфликта, то мы сплошь и рядом можем видеть пары, которые достаточно успешны и которые занимаются чем-то или живут свою жизнь так, что, ну, кажется, что не каждый бы хотел, чтобы так происходило с ним. Для того очень важно понимать, чего ты хочешь, и только если ты понимаешь, чего ты хочешь, ты сможешь понимать, от чего ты можешь отказаться, чем ты готов пожертвовать. Такая вот жертвенность ради жертвенности, жертвенность по умолчанию. Например, я часто встречал такое убеждение, что после замужества у меня не осталось близких подруг, их не должно было остаться. Я с самого начала это понимала, потому что, ну, и за этим лежит страх того, что поскольку подруги близки, они будут близки и мне, и мужу, они могут, ну, как-то вот увести мужа, и, ну, вот такое, такая как будто бы предревность здесь возникает. Понятно, что все эти вещи связаны с определенными внутренними ограничениями и неуверенностью. Эта тема интересная, вообще тема жертвенности – это очень широкая тема. Я мог бы ее развить в нескольких направлениях, но мне нужно понять, что интересно вам, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, во-первых, чем не должна женщина жертвовать для мужчины в отношениях, ради отношений, и напишите, какие у вас есть табу, что вы никогда не сделаете ради другого человека, в том числе ради мужчины в отношениях.
Если эта тема была вам интересна, видео понравилось, поставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о видео и эфирах. Подпишитесь на мой канал в YouTube, если вы еще не подписались, и подпишитесь на мой Instagram. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.